Здрасте, ребятки. Ну что, идем с вами в церковь. Вот, сейчас поставим свечки. За упокой, помин, все дела. Вот. У нас такая вот церковь здесь находится. Очень хорошая, большая, красивая. Но я снимала там внутри, когда был Рождество. Вот сейчас уж, наверное, не буду снимать внутри. Спокойно сейчас отправлю за помин. Все дела. Ну, отца вот нужно вспомнить. В общем, кто будет ужинать, вот так вспомните, немножко помяните. Юрий его звали. Вот отца. Кто у нас с первого канала? Они помнят, они видели. Ой, папочку. Вот сегодня ровно год, как его нету. К сожалению. Видите, как быстро время летит. Жуть. Такая вот у нас красивая церковь. Работает до 7. Все хорошо. Сейчас сходим. Господи. Папочка, покойся с миром. И давай. Все, пошло. Никого народу нету. Это об упокоении. Три свечки взяла. Написала отца, маму и мужу, у сестры Андрея. Ой, господи, мир прах. Вот, все три. Папа, мама, Андрей. Пей давай, святая вода. Все, ребятки, сходила. Поставила свечки. Вот. Кстати, поставила там такие крупные свечи. Пей. Я выпила уже, выпей сам. Да. Да. Это плохо пахнет. Нормальная вода. Господи, что ты выпендриваешься? Все, поставила всем свечки. За Андрея поставила тоже, кстати говоря. За маму поставила. Всех написала. Отойди. Помин будет. Сейчас ему подала денежку. В общем, все хорошо. Там, кстати, все... Там молебен идет, здесь, но нет, все там, выключено. Там идет служба. Там света нет практически. Там же служба идет. Она с 6 часов началась. Ну, в общем, да. В общем, все хорошо, слава богу. Нет, 4 часа началось. 2 часа. Так вот. Хорошая такая. Тебе для ознакомления. Чего? Твоего мозга. Когда заходишь, 3 раза перекрещиваются. Ну, не знала я. Господи, ну можно. Знаешь, простить. Как 3? Как? Вот гляди, вот. Ну. Вот раз крылечко маленькое здесь, ну. Потом на лестнице, потом на основном. Потом заходишь в церковь. Ну, я не знала уж. Простите меня. Ладно, все, пойдем мы дальше. Тут стоим, короче, на Покровке. И тут это, болтаем с девочкой. И она говорит, что вот здесь, вот видите, только это, внедорожники сюда могут заехать, потому что, видите, вот как вот у нас снега, прям вообще жесть. Да, просто вообще невозможно заехать. Вот, как нас там написали, что у нас прям вообще не чистят нифига. Ну, серьезно. И вот видите, вот главная улица, да? Как бы, ну, это как это, от... Это центральная улица пешеходная. Да, и вот вообще нету. Вот, ну хотя вот на Покровке вот там гляди, какая разница, вот гляди. Чего? Вот. Ну. Это вот то, что двор. Ага, двор. А вот теперь то, это там, где улица. Турики ходят. Да, туристы, да. Так что вот так вот здесь. Не, ну там-то прям чистенько. Что? Вот так вот. Так что такие дела. Как у вас чистят, не чистят? У нас вот. Видите, увязают. Мы сейчас вон увидели, несколько машин прям даже увязло. Прям жестко. А мы приехали с пар. Вот, хотим кое-что тут купить. Завтра планирую сделать борщ. У меня там есть. И это, я думаю, поменьше. Я же борщ буду делать. Вот, смотри, маленький как раз. Ну, вот один. Еще меньше. А, еще меньше. Ну, давай вот такую, да. Я буду маленькую кастрюльку делать. Вот, самый идеальный. Вот, взяла он укропчик еще. Пакет никак. Ну, так что... Завтра с вами будем еще готовить. Сейчас что-нибудь еще на ужин возьмем. Хочу, может, купаты взять. Вот, такие дела. На улице, конечно, прям сложно сейчас ходить. Прям ужасно. Молодец, давай. Ну-ка. На. Давай уберем. Хороший, кстати, смотрите, какой качанчик-то. Плотненький, маленький. Как раз мне на один раз, да? Хватит. Может, даже останется. Но я не буду делать большой, я прям маленький сделал. Свекла у меня есть, по-моему. Вот, картошка есть.
Помидоры есть, перчики, все есть, остальное. Так вот, идем дальше. Орешки. О, кстати, вот эти вот макадамия, смотри, какие крупные, но дорогие. Чего? Не забудь туда шпинат, масло кинуть. Кинем, кинем. Там у меня, кстати, даже сало есть. Сливочного масла. Кинем, кинем. Ну, ты завтра завтра буду готовить, а потом придешь, попробуешь. Ты, конечно, так... Ну, я постараюсь. Так, я сказал, подготовить. Я сделаю, как ты скажешь. Мне вечером все не расскажешь. Как делать? Хлебушка. У тебя там есть колбаса твоя? Есть. Ну, слава богу. А вот у нас купаты. Чернышихи у всех, кстати, очень хорошие. Это вот куриные. А есть вот такие вот. Есть... колбаски баварские. Сколько здесь? 5 штучек. Давайте возьмем одну такую, одну такую. Нам как раз хватит. Я возьму 2. Все. Вот купатики. Куча мяса. Так, а слушай, а здесь он какие-то мелкие колбаски. Длинные. Колбаски нюрнбергские. Дай вместо куриных. Вот такие вот. Колбаски нюрнбергские. Я думаю, будет вкуснее. Вот, всякие разные. Купатики, фаршик. Ну, все. Вот стою и не знаю, что взять. Все глаза разбегаются. Вот, столько всего вкусного. Вон вроде грудинка по хорошей акции, но, блин, она какая-то жирноватенькая. Вот буженина. Классная акция. Ну, блин, ай, дороговато. Вот, видите, как у нас разнообразие. Вот тоже вкусная штучка. Бекон. Вот такой рулетик. Так, а у нас, кстати, дома еще есть это, как его, куриная карпаччо. Одна штука. Ну вот, давай еще одну возьмем. Да, я тебе в трассу что предлагал. Давай возьмем. Давай возьмем. У нас одна есть карпаччо, сейчас еще одну возьмем. А что, нету, что ли? Вон карпаччо. Где? 109. А, 109. Не дешевенькие, но они вкусные. У нас одна есть штучка, сейчас вторую порежем. Так. А здесь нету утки. Блин, такая она вкусная была. Мне так понравилась. Утка, помнишь, была, которую мы в пятерочке брали? Ну, здесь нет такого. Угу. Сало тоже все одно жирное. Ребрышки. Так. Ушки. Ушки такой. Ребрышки. О, кстати, ребрышки. Ты хочешь? Такие вот. Все, копчено вареные. Уже порезанные, кстати говоря, круто. Ну, нарезочки. Что тут, ну-ка. Что тут у нас? Блин, не могу. У меня вот маска это. Какие-то волосья. Я прям замучилась. Прям в нос лезут. И все, измучилась. О. А это что такое? Сырокопченая, полусухая. Белота нарезка. Вот давай такой вот возьмем. Сыровяленая. 99. Вот колбаски. Отец любил колбасу. Очень любил колбаску. Вот я мужа взяла такую, тоже колбаску любит, да? Так, что у нас здесь еще вкусного есть? Вроде все. Пока хватит. Тут акция хорошая. Я взяла грудиночка 399. Сейчас вот возьмем. Сейчас порежут. Попросила от новой отрезать, потому что там был кусочек, он прям совсем очень был жирный. Вот, а тут сейчас порежет, будет вкусно. Вот, все. Нога. Ты хочешь ногу? Он почему-то постоянно приглядывается к этому окороку. Ему прям очень нравится этот окорок большой. Ну да. Да. Там, когда ее режут, от кости отрезают мясо, и она там очень сочная. В общем, вот самое сочное мясо, когда вот от кости. Мы постоянно спрашиваем. Она постоянно оставляет вот вкусно. Да. Ну, давай лучше на тебе проверим. У тебя что, тоже ляжки хорошие. Ничего, у тебя... Нет, у тебя вот здесь вот грудинка жирная слишком. У меня здесь шпик. Шпик? А он говорит, что его шпик защищает от пули. Ну, я думаю, да. 9 миллиметров такого шпика защищает от пули. Ну, кстати, да. Знаете, я слышала много историй, когда... Жир, он спасал людям жизнь. Даже так. Так что это все для жизни, для сохранности. Нет, тогда в Америке показывают твои передачи. Ну и что там? Показывай.
Мой жир спас мне жизнь, да. Вот американцы. В нее его выстрелили 2 раза. Вот, смотрите, какая хорошая, шикарная грудиночка. А видишь, как я выбрала? Все, идеально. Ну, все. Ну все, нам больше хватит. Сейчас идем домой, будем жарить шпикачки, точнее. Да, все. Салатик сделаем. У нас сегодня мясной день будет. Все, ребятки, добрались мы до дома, слава богу. Очень рада, что все-таки сходила сегодня в церковь, поставила свечки, написала за упокой, то есть заказала. Все хорошо. Сейчас ходили вот в магазин, кое-что купили. Вот купили, во-первых, туалетную бумагу. По акции была очень хорошая. Вот, в общей сложности мы сейчас потратили, ну, в принципе, немного. Получается, как бы, 1341 рубль. Вот. Такая вот у нас бумага. Мне, кстати, очень нравится вот этот вот Kleenex. А, 3 слоя. Там была, конечно, еще и другая бумага, но она была двухслойная и без запаха. Я, конечно, понимаю, что для попы там не важно, и запахи она не чувствует, но вот приятно, вот такая особая мягкость, мягкость плюс аромат. Вот такая бумага, по-моему, она у нас почем она у нас? 149. Вот. Дальше, что мы еще купили? Мы еще купили лук. Вот я хочу сейчас сделать салат. Блин, что-то я лук какой-то не очень хороший выбрала. Видите, уже портится. Лук купили зеленый. Вован себе взял на работу вот такой пирог. Это, по-моему, куриный. Пирог с курицей, грибами по рецепту Спар. Стоит он 76 рублей. Дальше, что еще взяли? Я взяла зелень. Хочу завтра борщ сварить. Не знаю. Кстати, надо посмотреть, есть ли у меня свекла-то. Не забыла, я надеюсь. По-моему, была. Так, ну вот, видите, 2 свеколки у меня есть. Как раз мне одной будет достаточно. Ну, еще куча шоколадок. Куча-куча шоколадок, сыра еще полно осталось. Так, дальше, что у нас еще есть? У нас еще есть, смотрите, взяли вот такую вот колбасу. Это вот какая-то Белота колбаса. Стоит 99 рублей, здесь 70 грамм. Ну, что-то как-то мне понравилось, такая сыровяльная. Хочу сейчас попробовать. Дальше, взяли вот такую шикарнейшую грудиночку. На 261 рубль. Здесь у нас 400 грамм. Кстати, хочу прям попробовать. Что у нас такая за грудиночка? Мне кажется, очень вкусная. Сейчас, секундочку. Секундочку. Что-то я проголодалась уже. Так, попробуем. Что у нас за грудиночка? Руки я помыла, сразу предупреждаю. То сейчас начнется там. Вкусно. Шикарно. Там еще была грудинка, но она была какая-то жирная. Это прям шикарно. Здесь одно мясо. И акция была очень хорошая. Она по 639, а так она по акции, по карточке 399. Шикарная. Так, дальше что взяла? Я еще взяла сейчас, пожарю вот такие вот колбаски. Это нюрнбергские, 500 грамм лоточек. Вот. Часть сейчас сами сидим. Часть мне на завтрак останется. Дальше, что еще взяли? Взяли вот такой вот вилочек капустки. Смотрите, он достаточно маленький, как раз на один раз. Идеально. Вот верхний листочек сниму, и будет хорошее. Причем она, смотрите, она такая прям плотная капуста. Прям. Раз, хорошая. Вот. Не знаю, когда там уже свежая появится, но взяли. Также взяли вот такой вот карпаччо, по-моему, 109 рублей стоит. А, кстати, очень вкусно. Вот у нас павловская курочка. Карпаччо из мяса птицы. Сырокопченая. Вот, у нас там есть одна штучка. Сейчас, может, на ужин порежем. Вот, дальше еще что взяли. Взяли вот такие вот еще купаты. Колбаски баварские, чернышихинские. Здесь они, я так понимаю, больше с говядиной. Вот, тоже их пожарить. Но они, кстати, когда жаришь, они прям становятся очень мелкие, но очень вкусные. Здесь у нас сколько грамм-то? 390. А здесь вот, видите, ну они, кстати, похожи, как уже на сосиски готовые. Ну, хотя их тоже надо жарить. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук целых. Фига себе, какие они тоненькие. Чувствую, когда их пожарить, от них вообще ничего не останется. Так, в общем, сейчас вот это все пожарим. Делаем. Дальше у нас хлебушек еще взяли. Вот такой вот, 16 рублей. Я уже даже помню. Вот такие вот макароны Вовану на работу. Из твердых сортов. Гранд паста, 500 грамм. Честных 500 грамм. Вот, и, кстати, стоят они, по-моему, 64 рубля. А вот здесь, смотрите, видите, указаны даже такие формы у них есть. Интересные. Так, вот. Всякие абисситы.
Ты-ты-ты. Так, у нас получается фузелини. Фузелини. Какие-то волнистые. Пена регата. Ну, всякие-всякие разные. Вот, видите. Кстати, а странно, почему-то здесь нету этих мелких таких. Мелких-мелких. Ну, может быть, как-нибудь. Дальше. Ну, и для нас, девочек, тоже по акции взяла вот такие вот классные тампоны. Пользуюсь только ими. Мне они очень нравятся. Так, давайте быстренько по чеку пробежимся. Что у нас здесь по чеку? Туалетная бумага 169 у нас получилось. Дальше. Хлеб огородский 16,50. Капуста белокочанная на 21 рубль капуста получилась. Дальше. Лук зеленый 39 рублей. Ну, не очень хорошего качества. Укроп свежий 59. Я взяла сразу две упаковки. Дальше. Тампон 149. Колбаски баварские 169. Получается, вот такие вот колбаски за 500 грамм. Дальше. 169 за одним. Макарошки 64. Пирог с курицей 76. Вован на работу. Дальше. Вода минеральная 25. Мы ее уже выпили. Грудинка 163 рубля. Ну, грудинка, кстати, очень вкусная. Точнее, не 163. А, во-во-во. Видите, она получилась на 163 рубля. Девчонки. Так она изначально была 261, а по акции она 400 рублей. Вот такая целая упаковка на 163. Кстати, грудинка прям отменная. Просто отменная, шикарная. Дальше. Сырокопченая колбаска 99. Вот это вот. Вкусненькая. Смотрите, какая классная. Прозрачная прям. Дальше. Колбаски нюрнбергские 169. И карпаччо из мяса птицы 109,90. Все. Вот такой вот чек небольшой. Что-то, ну, так немножко на ужин взяли. Кое-что там для дома и прочее. Вот. Сейчас буду готовить ужин. Вовчику на работу положу вчерашний, этот, как его, картошку с мясом. Вот, ее нужно кушать. Жаркое он заберет. Вот, возьмет пирог, еще там фруктов. У нас там яблок еще куча. Так что сейчас будем с вами готовить. Девчонки, я тут пока отвлеклась. Смотрите, Вован салатика нарезал. У нас, смотрите, с укропчиком, зеленым луком. Красные помидоры, желтые, огурчики. В общем, как всегда. Свежий, красивый, вкусный салатик. Ну, а я сейчас... пока буду жарить колбаски. Вовчик отправил, пускай пока поиграет в танки перед работой. Немножко отдохнет. Вот, а мы сейчас с вами будем жарить колбаски. Колбасочки. Уберу сейчас пока кастрюльку. Готовить завтра буду маленькой. Ну, в смысле, большой. Вот, ну, потому что это борщ. Борща много не бывает. Вот, борщ я люблю. Вован тоже очень сильно его любить. Сейчас надо салат заправить. Вот, и что я еще хотела? Ой, сейчас достану все. Да, у меня, конечно, тут вот с какой-то стороны вы правы. Иногда очень много разных посуд. Но с другой стороны, знаете, иногда вот дождается же. Так что не всегда, не всегда все выкидывайте, это хорошо. Вот стоит, нет, пользуешься. А как я уже говорила, я действую по принципу, если ты не пользуешься вещью где-то год, то можно выкидывать. А если ты пользуешься раз в год, то, в принципе, она тебе вещь эта нужна. Так, поставлю пока колбаски. Пускай жарится. Сейчас немножко маслица. И все, пускай у нас жарятся. Вот вкусные. И классные. Маслица. Наши. Так, попробуем сначала выложить вот эти нюрнбергские. Попробуем. Так, чуть поменьше огонек, а то у меня сейчас быстро начнет гореть. Маслечко. Я прям немножечко добавила, чтобы чисто вот они поджаривались и все. Так, ну-ка. Пахнет вроде неплохо. Ну, как-то они, знаете, напоминают, как обычные сосиски. Обычные сосиски. Сейчас мы их нарежем. Что-то, ну, правда, как-то их много на полкило-то. Я так чувствую, сейчас от них вообще ничего не останется после приготовления. Так, а дайте-ка я вот эти вот положу. Сейчас сразу в одной пожарю все вместе. Вот знаете, сейчас хочу сказать, что вот я сходила сейчас в церковь, мне прям так легче стало вообще. Там так, знаете, хорошо. Немножко такой приглушенный свет. Вот. Народу практически нету. Вот. Там что-то поют. Вот. Прям
Вообще, я считаю, что не зря сходила. Не, ну понятное дело, что не зря. Ну, я к тому, что я молодец, что сходила. Потому что сегодня такой день, что нужно обязательно помянуть. Нужно обязательно заказать помин душе. Мне вот там в комментариях писали, что вечером не поминают. Честно, я вот вообще даже не в курсах, когда можно, когда нельзя. Я там спрашивала, как, куда вообще поставить все это дело, потому что я вот, ну, такой человек достаточно темный в этом вопросе. Вот, но лично мне кажется, что неважно. Я закрою, но не горело. Лично мне кажется, девочки, что неважно, когда, как и что ты поминаешь, главное вспомнить обязательно человека. Вот, сказать о нем что-то хорошее. Вот, а уж если все вот эти вот признаки, там туда-сюда. Ну вот такая вот я темная в этом вопросе. Вот, ну вот какая уж есть. Звиниться. Вот. Кстати, удивило, там действительно, знаете, там мужчина был такой весьма, как бы, ну не состоятельный, а ну такой приличный, скажем так. То есть, ну, в церковь входят весьма такие разные люди. У меня, как бы, знаете, такое было представление, что туда в основном как бы бабушки ходят. И все. Нет. Там можно встретить абсолютно разные свои общества. Вот, и когда я тогда, помню, в церковь ходила в этот, на Рождество, там был молодой человек с девушкой. Вот, очень такие, знаете, симпатичные. Видно, дорого одет достаточно. Вот, и как я потом посмотрела, когда уже выходила после службы, сели в какую-то дорогую машину. Вот. Ну, понимаете, мы сейчас живем в 21 веке, век технологий, и вот не знаешь, как вообще к этому относиться, как бы есть, нету. Я как бы такой человек, больше, знаете, прагматик. То есть, ну, как бы, вроде думаешь, что есть, но обращаешься к этому тогда, когда вот у тебя что-то случается. Да, это, конечно, не очень хорошо, но, к сожалению, я думаю, я не одна такая. Вот, такие дела. Так, что я хотела? Я хотела положить колбаски. Но в любом случае, я очень рада, что я сходила. Я очень рада, что я себе душу как-то облегчила. Вот, что отправила за помин. Вот. Там, кстати, записала на бумажке. Вот, записала маму, вот Андрея, вот Аня, отца. И там еще какая-то бумажка была, когда вот меня спросили, сколько, типа, вот, ну, годину у отца. Вот, я сказала, что год ровно. Вот, он говорит, ну, все сделаем, все будет хорошо. Свечки купила вот эти вот, которые подороже, хорошие такие, большие такие купила, поставила. Вот. Так что, знаем. Ой, быстро очень время летит, конечно. Тяжело. Тяжело все это дело. Вот, но все мы люди, все мы такие вот, все смертны, к сожалению. Но главное, нужно помнить мертвых и не забывать о живых. Вот так вот. Я бы сказала. Вот. Так, ладно, сейчас салат. Хватит о грустном. Хватит о грустном. Так как мне сказали, вечером не поминают. В общем, мы уже сегодня поминали. Ну, сколько, уже два раза поминали. Вчера поминали, сегодня поминали. Вот, я думаю, хватит. Вот. Мы потом, как приедем с Турции, я уже займусь памятником. Вот, поставлю памятник. Там как раз уже сойдет снег, и все будет хорошо. Вот. Сейчас хочу, кстати, списаться с турагентом. Узнать, что там по поводу тура. Потому что надо уже покупать. Вот, а мы тур-то еще не купили. Что-то он как-то плохо порезал. Салат. О, у меня тут колбаски мои жарятся. Сата. Сейчас хочу отложить, а то что-то очень много у нас получается. Каждый раз этого салата. Вот мне на завтра. И Вовану положу на работу. Немножко салатика. Пускай покушает там. Вот, и я поем. И мы сейчас маленьких тарелочек сразу разделю по этим, по порционам, вот, чтобы потом не было ссор, скажем так. Хватит. Все.
Хорошо. Мне этого хватит. Так, и Вовану положу на работу. И про него не забуду, и про себя не забуду. Ни про кого не забываю. Всех помню, всех люблю. Ну, может быть, в некоторых моментах, конечно, такая, знаете, холодная. Вот. Но люблю, честно, всех. Вообще, знаете, я люблю жизнь. Я люблю жизнь, я люблю людей. Вот. Хочу жить на этой планете подольше. Так, наверное, вот это вот мне. Вова. Я сегодня танки удалила. Я сегодня у него разбесилась. Я у него удалила танки. Он заново их поставил. Ну, я это говорю, ставь иди. Вот. А видите, как мешаю. Колбаски. Перемешиваю. А, так, кстати, очень удобно. Раз, раз, ага. Сами перемешались. Так, что я хотела? Я хотела сейчас заправить салат. Маслечком. И потом разложу по тарелочкам. Маленьким. Надо сольце. А, подождите, надо вованушки заправить тоже. Вованушки заправим. Сейчас колбаски положу. Что проливают постоянно эти бутылки. Не очень удобно. Так, соль. Еще соль нам потребуется. Сольца немножечко на работу. И на вот тут вот. Завтра не знаю, что буду делать. В принципе, дел вообще никаких нету. Жду сейчас, вот когда мне скажут, я тогда поеду по поводу путевки. Вот. Как она мне скажет. Она мне сказала, ты не торопись. Будет вообще горячка. Вот. Ну, посмотрим. Поживем. Увидим. Все, смотрите, раз и салата не осталось. Практически целая разошлась. Колбаски почти готовы. О, смотрите, какие красивые. Здоровские. Перемешала. Пускай у нас жарит. Так, дальше что? Дальше я сейчас положу колбаски. Вот, и будем уже садиться за стол. Ладно, в общем, всем огромное спасибо, кто написал, кто поддержал, кто хорошие, добрые слова написал. Девчонки, действительно, это для меня очень важно. Спасибо, что вы есть в моей жизни, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что пишете вот такие добрые слова. Вот, и спасибо за все. Вот, папочка, еще раз тебе всего хорошего там. Вот. Пускай тебе земля будет пухом. Все хорошего. Ребятки, еще раз хочу повториться. Не забывайте про живых и помните усопших. Ладно, увидим с вами на мукбанке. Там будем немножечко повеселее уже. Все, хватит горевать. Там этого вы не хотели. Все, всех люблю. Увидимся.